Об экспедиции на собачьих упряжках и поиске затонувшего судна «Жанетта». В преддверии Всероссийского географического диктанта в Якутске проходит первая республиканская неделя географии, в рамках которой запланировано множество мероприятий. Одно из них состоялось накануне. Накануне Дня географа в историческом парке «Россия. Моя история», где ученые рассказали о деятельности отделения Российского географического общества в Якутии. Также известные путешественники рассказали об экспедиции на собачьих упряжках на Новосибирские острова и переходе на парусном катамаране «Тикси» Чекурдах. Кроме того, затронули тему поиска затонувшего судна «Жанетта» экспедиции «Делонга». Цель этой акции – это, прежде всего, конечно, привлечь внимание географии, вообще в целом географическим знаниям, значит, и обсудить ряд таких вопросов. Ну, в частности, вчера, допустим, у нас состоялся вебинар, значит, где присутствовали, ну, онлайн, так, присутствовали многие районы, обсуждали как раз создание учебно-методических комплексов «Мой родной край». Завершится неделя географии традиционным географическим диктантом, который пройдет 26 ноября в 12 часов по местному времени.